Всем привет! В руках у меня новинка Realme и идеальное соотношение цена-качество. Сейчас расскажу. Тонкий корпус с матовыми гранями и задней панелью. Так бюджетный смартфон выглядит солидно. Несмотря на свой внушительный размер, он легкий и тонкий. Из плюсов на такой панели не остаются отпечатков пальцев. И хоть внешне он напоминает iPhone, но стоит в разы дешевле и точно не уступает по функционалу. Но главная фишка внутри – гибридный лоток, по 2 нано-сим-карты и карты памяти. Так что вам не придется жертвовать рабочей симкой ради дополнительного места под фото и наоборот. У смартфона большой дисплей с IPS-матрицей и быстрым временем отклика в играх и широкими углами обзора. Частота обновлений 90 Гц, но она доступна только в автоматическом режиме, а для экономии заряда поменяйте в настройках на 60 Гц. Аккумулятор на 5000 мАч, с нуля до половины заряжается за 30 минут, до 100% за 75. И что бы я ни делала, смотрела фильмы, сидела в социальной сети, читала новости или играла, заряд все равно не заканчивается. Из важного на зарядке смартфона не грозит перегрев или замыкание. Камера на 50 мегапикселей. При хорошем освещении тут неплохая детализация, цвета насыщены. И хоть в темноте он снимает не так идеально, но для бюджетника результат отличный. Мне кажется, что этот смартфон полностью оправдывает свою стоимость. Что скажете?